Всем привет! От презентации iPhone 7 нас отделяют всего несколько месяцев, а в Купертино тем временем активно готовятся приступить к производственной фазе. Во всяком случае, инженеры уже твердо определились с железом, аналитики с судьбой будущих смартфонов, а дизайнеры с их внешним видом. Теперь дизайн устройств не является тайной и для нас с вами. Очередная порция секретных сведений сегодня оказалась и в нашем распоряжении. По заявлению популярнейшего искателя утечек OnLeaks, на представленном видео демонстрируется итоговый 3D-макет iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Ролик является прямым подтверждением выдвигаемых аналитиками предположений об оснащении iPhone 7 Plus куда более интересным набором характеристик. Среди таковых отметилась и двойная камера, и магнитный разъем Smart Connector. Благодаря последнему ожидается, что Apple предложит владельцам смартфона широчайший спектр многофункциональных аксессуаров, а вот 4,7-дюймовый гаджет рискует оказаться чуть ли не полной копией iPhone 6s, включая внешний вид и технические возможности. Вполне вероятно, что появится новый цвет, но основным отличием семерки от устройства предыдущего поколения по традиции станет более мощный и энергоэффективный процессор. Объем оперативной памяти младшей новинки предположительно составит лишь 2 ГБ против 3 у старшей версии. Кстати, да, разъема 3,5 мм ни у одной из моделей не будет. Отказ от разъема позволит снизить толщину смартфона и оставить больше места для аккумулятора, а значит и увеличить его емкость. Кроме того, для наушников под Lightning разъем можно реализовать больше функций, к примеру, система шумоподавления с питанием от одного кабеля или внешний цифровой аналог преобразователь. Кроме того, Apple может положить в коробки с новыми iPhone беспроводные Bluetooth наушники, а может и не положить, а предложить заказать отдельно. Между тем, если судить по статистике, пользователи не слишком интересуют инженерные чертежи грядущих iPhone. Не демонстрируя ничего принципиально нового, рисунки нагоняют лишь тоску на ненавистников дизайна iPhone 6. Будем надеяться, что живая фотография фруктовой новинки вызовет у вас куда больше энтузиазма и представляем вам предполагаемое изображение новой семерки. Фотографией поделился пользователь Instagram под ником Steve Locker, в очередной раз подтвердив неожиданное отсутствие идей у подопечных Джонни Айва. Несмотря на многочисленные утечки, кажется, Apple и вправду собирается представить iPhone 6 третий раз подряд. Хорошо, хоть пластмассовые полоски, проводящие радиосигнал, сделали менее заметными, но ни разъемом Smart Connector, ни двойным модулем камеры устройство похвастать не способно. И как бы нам не хотелось верить в реальность этого снимка, подтвердить его подлинность способны лишь чертежи неизвестного авторства, вызывающие целый ряд вопросов к своему происхождению. При этом, если верить Steve Locker, на изображение представлено именно 5,5-дюймовая плюс-версия, которая, по нашим данным, должна завестись улучшенной системой камеры с двумя объективами и магнитным разъемом Smart Connector. На момент создания данного видео в сети появился еще один снимок, косвенно подтверждающий данную теорию. Были опубликованы новые чертежи и фотоформ для производства корпусов iPhone 7. Устройство избавится от пластиковых вставок на задней крышке и разъема 3,5 мм. Стандартная версия получит одинарную камеру, а iPhone 7 Plus – сдвоенную. На фото представлены алюминиевые формы, которые будут использоваться для создания корпусов смартфонов. Фактически это бруски металла, обточенные до нужной формы, которые показывают габариты устройства и расположение элементов. Как видите, дизайн смартфонов претерпит небольшие изменения, вставки над антеннами переместятся на торцы, разъем 3,5 мм исчезнет, а у iPhone 7 Plus камера будет сдвоенной. Размеры устройств будут аналогичны предшественникам, диагонали экранов тоже, а вот наличие у Plus версии разъема Smart Connector чертежи опровергают. Так это или нет, узнаем только в сентябре. Кстати, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить прямую трансляцию с места события. А на этом пока все новости. Пишите в комментариях, что бы вы больше всего хотели видеть в iPhone 7. Оценивайте и до встречи.